тут где ходить? Погрелась? Вон тут. То мерзнем. Такие олени забавные. Вот. Кого не будет в нашем? Нравится ходить таким? Сил нет. Футболка маловато стала. Были закуски. Да. Гейша заходит в воду. Кто вот скулит? Увидели солнце. Водички суп, как всегда. За солнышко пазл собрал. Обалдеть. Мы закрываемся. Вот бургер. Я слышу. Продемонстрируй свои новые плавки. Орех. Вот где орехи? Там есть точно. Не пьем. Ты это себе скажи. Себе? Я и тебе говорю. Идем в спортзал. Далеко пошла. А, вот он, да? Привет. Отправляемся на обед. Ну ты такой красивый, как себя не снимать. Ну, это подруга красивая. Пробежалась быстренько еще. Ну, ты сейчас покажешь, как ты бегаешь быстро. Я так не умею. Ты да, прилетел. Так, вот как украсили. Вот так вот они фотографируют. Давай. В шортах. Не замерз? Пошли. А, там не закрыто. Так, и тут елочка, да. О, даже перила они нарядили, вот. Елку. Всем привет. Я уже устал. Пришел и устал. У нас сегодня рабочий день, начало. Мы пришли в спортзал. И я очень хочу попробовать, смотрите. Вот такой тренажерчик. Даже не знаю, как им пользоваться. Наверное, подняться. Нажать старт. Так, ступеньки поехали. Надо подниматься, да?
Здесь она скорость регулирует. Ага. Ой, быстро я сделала. Здесь стоп. Классно. Прикольно. Такие здесь электронные браслеты. Так открывается. Шкафчики с полотенцами. Такой спа. Мы входим в спа-зона. Здесь шкафчики. Туалет. Вообще ни о чем. Они только включили, когда мы пришли. Надо заранее, наверное, просить. Ну, ванна горячая. Джакузи повалялась. По маме немножко погрелась. Вон то, что такое. Сидеть невозможно, лавки холодные. Пойду, приму душ и домой. Вадим ждет. Мужской раздевал. Попарились немножко. Ага. А то мерзнем. Мерз. Да, уже красили, все красиво. Рождество. О, чай принесли горячий. Саке. Thank you. Цветочки такие здесь. Давай, будем здоровы. За здоровый образ жизни на недельку. Сачок. До выходных, до Ой, пятницы. Смотри, он с этим имбирем. Да, у них везде такие отдушки, да? В хамаме такая отдушка с травками лимонграсса. Давай. Такие олени забавные. Вот, Алена, чем надо заниматься. Давай, да? Занимайся. Я что ли буду этих оленей делать? А кто? Ты. Не, допивай, он сладкий. Не, не хочу сладкого. Ничего. Зонты. Парикмахерская? Да? Мать, потерпи недельку, уже дом. Да были наброски, как этот. Вот за нами приехал. Батюшка, тук-тук. Колокольчик, тук-тук. Сейчас спит, прическу тебе сделаем. Высуни голову паук туда. А там фен все есть. Высушим. Да, конечно, там в спа-комплексе все есть абсолютно. Покатаемся по ночному отелю. Вот, запоминаю лучше. Я думаю, это вот та, по да, которой мы пришли. Просто круг. Мы там срезали и сразу пришли. Нет, мы вот отсюда. Вот напоминай прямую дорогу. Мне кажется, надо с собой халат какой-то брать, да? Mm? На обратный путь. Или какую-то другую одежду. Потому что это мокрое, мне некомфортно. На ужине никого нет, темнота.
так, далее. Я надеюсь, в ресторане сейчас никого не будет к нашему приходу. А мы сейчас прямо идем в номер. Номер. Thank you. Ножки после спортзала. Ножки после спортзала так еле идут. Давай. Как у тебя ножки-то после спортзала? Нормально? У нас разве 23-й год? 24-й же будет. Они что, в прошлом году живут? О, а что у меня морда красная? Ты опять материшься? Я не сказал вообще. Смотри. Ничего. Просто сказала, морда красная. Угу. Ну, давай с тобой смеемся. Я-то мажусь, в отличие от тебя. А что у меня? Кремом. Нет, а ты только говоришь, что намажешься. И не мажешься, когда тебе даю крем. Может, нравится я... ходить таким красномором? Ходи. Зашли в номер. Пахнет дурианом. Ну, пахнет хорошо. Это его... Не-не-не, пахнет дурианом. Не очень хорошо. Дуриан есть дуриан. Уже переодеваемся и на ужин? Ну да, сейчас надо вынуть кое-чего. Переоделись. Идем на ужин. Еле ползу. Сил нет. На спорте такая. Давайте. Лень что-то гладить. Наряжаться, краситься. После первой тренировки-то. Сейчас уедет Алён пока. Горизонт проведать. От зеркала до зеркала только ходим. Посмотрим. Можно в город? Нет, ты что, сил нет в город? Ну да, я что-то нет. Что-то эта футболка маловато стала. Раскачался. У Вадима третья тарелка. Был суп, были закуски. Теперь второе, да? А потом еще десерт. Мороженое ты хотел сегодня. Что ты там отведал? Отведал без меня, показывай. Вон, шляпу какую. Она такая острая? Она не то, что острая. Мне кажется, у меня с языка как будто кожу содрали. Я прям боюсь пробовать, Вадь. И ты ничего, ничем не запил. Запил, конечно, ромчиком. Остатки роскоши. Ну, давай я попробую, рискну, конечно. Не пойму, ромом или чем пахнет. Ромом. Но она сладкая и острая. Как будто медовая, знаешь. Может, это сладкий дуриан? Алён, ты опять это... И это не косточки, Алён. Не орешки там внутри. Горький, мягкий, сладкий, ага. Острый. Острый просто жесть. Все в одном. Подожди, до меня еще жесть не дошла. Острый чувствую. Да нет, вроде терпимо. Ага. Серьезно говорю. А при чем хочется... Может, ты так курочку взял с дури, махнул? Причем ее хочется есть почему-то. Может, я так с дури засадил кучку? Какой дури? Я просто ем. С дурианистой дури. Ну, человек пойдет к пиву. Хорошая тема. Но для тех, кто любит острое. А какой пакет там был? Там к пакету был маленький прицеплен. Как, презент? Как, да. Я его решил попробовать. Это халява. А что там? Давай рыбки какие-то были, попробуем. Ага. Будем пробовать? Ты будешь?
А, я поняла, ты вот так прям вдохнул, когда острое, говорят, кушаешь, нельзя вот так делать. Я вот сейчас тоже вдохнула, меня аж прям зажгло. Да глотку нет, почему-то язык щипит. Язык вообще не щипит, глотка вот. Может, надо горелась. Было просто на язык не прикасать как-то. Пофигу. Не красный? Ты сказала, будешь нальешь мне чай зеленый, буду тебя любить. Да, сильно. Еще йогурт, если мне дашь, который я утром стырила с завтрака. Кисленький. Сейчас тебе йогурт, да? Да, чтобы язык не горел. А ты больше не будешь ничего там пробовать? Ты же ничего не даешь. Мукбанг ночной. Ты что, меня снимаешь, что ли, Алена? Ты от вот этого пакетика оторвал маленький, да, презент? Да. Вот, огонь же нарисован, да. Кстати, она вроде не дешевая была, да? Открой мне вот эту баночку, пока я посмотрю, что еще у нас тут. Нет, грибы это твоя тема, я не буду пробовать из тебя. Так, вот это тоже хоть чили, боюсь. Это, наверное, какие-то эти жареные, да? Мне интересно. Вот рыбку надо попробовать, вот эту. Вот рыбочку такую пробуем. Пиво классное. Будешь пробовать? Дай мне прожевать, Алена. Рыбка, кстати, мало соленая, но соленая. Пиво, мне кажется, хорошо. Да? Гейша отправляется на пляж. Да, вот так мажусь. Ну и все равно мне то, что думает. Главное, лицо свое сохранять, потому что я сейчас буду, пока солнце не активно, плавать, загорать. Да. Да, один лежак, давай отсюда возьмем. Кто-то наш лежачок подобрал. Что? Идем заплыв. Как тебе? Тепленькая водичка. Гейша заходит в воду. Глубоко, да? Не знаю. Главное, ни на кого не наступить. Догоняешь? Я пойду на гриль. Идем, идем. Кто вот скулит на пляже, а? Я тебя тоже обманываю. Давай. Ну не надо. Идем быстро, ну, плавать. Пойди, я пойду. Давай. Ты брызгаешь. Руки не хочу мочить, как я здесь снимаю. Прохладно, градусов 23, наверное, да? Нет, 23 – это у нас как в бассейне холодно, это 25 и больше. Да? Процентов. Конечно, я бы так не зашла в 23.
иди сюда поглубже. Я еще не нагрелся. Давай, не скули. Наконец-то распогодилось. Увидели солнце. Море вообще теплое. Итак, курица в индийском соусе, какая-то с карри, морепродукты под сыром, водички суп, как всегда, тайский. Ждем вино. Проголодались, сейчас едим динозавра. Да ты себе какой-то вообще, то в Москве можешь так поесть. Здесь столько вкуснятин. Я уже на морепродукты смотреть так толком не могу, я лучше такое все. Курочку, мяско вспоминаю. Проголодались, аппетит хорошо, наплавали, нагуляли. Сегодня погода удалась, да? Сегодня кайфанули на море. Наш Вичи. За солнышко, которое сегодня появилось. Вот она. Не, я думаю, это свинья, вряд ли баран, такие кости. Пустота. Через 15 минут закрываем, тебя объявили. Как красиво. Быстро красок, да? Ты сказал. Ой, у тебя тетрис, что ли, в тарелке? Ничего себе, ты пазл собрал. Обалдеть. Ну, вообще, если честно, цвета должны вот так быть. Вот так. И что получится? Не что получится, просто от темного и более светлого. Колорист, однако. Арбуз, папайя, манго, глаз дракона. А это рот дракона. Короче, все ничего, но нам не нравится, что каждый раз, когда мы садимся кушать, за 30 минут или за 15 минут до окончания времени обеденного или ужинного, неважно, ходят официанты и предупреждают о том, что через 15 минут мы закрываемся. Ну правильно, потому что мы поздно. Или там через полчаса мы закрываемся. Ну, это как-то, блин, вообще просто, ну, неприятно. Сразу так аппетит. Может, это намек, типа, хватит кушать много. Бухать. Ну, конечно, бухать. Как будто мы так бухаем по бокалу вино. Прям обанкротили, а ты? У нас был тихий час, обед. После обеда мы поспали. Теперь тихий час, и мы проснулись, вернее.
я сходила за вкусняшками сладкими. Смотрите, что есть. Вот такой вот бургер. Пончики. Ага, будем пробовать? Угу, только не на постели, ладно. Еще вот взяла мороженое, шарик. Такое оно вкусное оказалось. Ватя, тебе понравилось твое мороженое? Да. Мята с шоколадом. Да. С шоколадной крошкой вот такой. Бомба. Причем такие десерты, да, нежные, не приторные, не жирные такие. Они твороженые, Вать. Они как чизкейк, твороженые, просто да. Крем такой, да. Представляешь, я думала, будет печенье, какой-нибудь пончик жареный. А это творог прям, чизкейк. Классно, это вот для детей замануха синяя. Я думаю, что это будет еще синим. Я монстр! Да, ветер, солнышко садится, которого мы сегодня видели днем. Ой, там какие тучи. Понравился десерт? Очень. Покажи свой. Я слышу. Море закрыто, бассейн закрыт.